Иран пригрозил Европе ужасным будущим. Тегеран требует от европейских стран показать принципиальную позицию в ответ на политику США по ядерной сделке. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салихи в пятницу, 22 июня, предупредил страны Европы об ужасном будущем в случае, если ядерное соглашение с Ираном будет отменено. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранский англоязычный телеканал Пресс ТВ. Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие совместный всеобъемлющий план действий, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всем мире из-за провала ядерной сделки, заявил Салихи на форуме в Осло. По его мнению, европейские страны должны выступить с критикой решения США выйти из ядерной сделки с Тегераном. Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчини исключил выхода страны из совместного всеобъемлющего плана действий СВПД в ближайшие недели. По его словам, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится в реанимации. Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. В ответ на действия американской стороны Иран потребовал гарантий сохранения сделки от европейских участников. А позже выдвинул 7 требований, при выполнении которых он согласен выполнять условия ядерного соглашения. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.